Слава Богу, братья и сестры! Господь дал нам милость быть в Доме Божьем, и мы с вами видим лица друг друга, будем просить Божьего благословения на сегодня. К гости будет брат Владимир Иванович Франчук, будет служить второй части нашего собрания, будем молиться. Молодежный хор поет у нас сегодня. Также, я думаю, вы все знаете, что в нашей церкви есть скорбь, и ушла вечная сестра Нина Кушнирюк. Это очень большое родство. Мы помолимся, чтобы Бог утешил сердца наших друзей. Сестра Нина ушла в лучшее место, там, где нету скорбей, плача и болезни. А я читаю место Писания, братья и сестры, Псалом 95. Я буду читать с 10 стиха. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные. Перед лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей». Братья и сестры, хочу ободрить вас и себя. В это время, когда очень много бывает уныния по причине происходящих вокруг нас происшествий, хочется вот этим стихом поддержать каждого из нас. Скажите народам, Господь царствует. Слава нашему Господу. Господь на престоле. Он остался там, и Он будет там вовек. Давайте встанем для молитвы. Так удалил
How great
Иисус, имя всех выше. Иисус, имя всех выше. Чудный Спаситель, славный Господь, Эммануил, Бог вечно с нами, освободитель, вечно живой. Thank you.
As people, we often face conflicts. Как люди, мы часто встречаемся с конфликтами. We often make mistakes. Мы очень часто делаем ошибки. We're misunderstood. Мы не поняты. And this leads to conflicts. И это ведет к конфликтам. Statistics say that an average person makes 3 to 6 mistakes an hour at work. Статистика говорит, что на работе человек в среднем делает от 3 до 6 ошибок в час. We often communicate with people. Мы очень часто говорим с людьми. And we think what we're going to say, but when we say something different. И мы думаем, что мы хотим сказать, но когда мы говорим, это получается иначе. And we're misunderstood. И нас не понимают. Husbands and wives. Жены, мужья. Parents, kids, родители и дети, coworkers, siblings, соработники, братья, сестры. And this leads to conflicts. И это ведет к конфликтам. And the Bible teaches us how to deal with conflict. И Библия учит нас, как относиться к конфликтам. The thing that leads to the biggest conflict. What do you guys think it is? Что ведет к самому большему конфликту, как вы думаете? Who could help me? Кто может мне помочь? Sin leads to conflict. Грех ведет к конфликтам. We don't get a few pages into the Bible when sin creates a conflict between God and man. Всего лишь читая несколько страниц Библии в самом начале, мы видим, что грех ведет к конфликту между Богом и человеком. And today I'd like us to look at a few passages on what the Bible teaches us about conflict. И сегодня я хотел, чтобы мы несколько мест Писания посмотрели, что Библия учит нас о конфликтах. And how we need to deal with conflict. И как нам из них выходить. The first passage I'd like to read is Matthew chapter 5, verse 25. Первое место это Матфея, 5 глава, 25 стих. It says, make friends quickly with your opponent at law while you're with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you be thrown into prison. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. The words that I want to focus on is make friends quickly. Слова, на которые я хотел обратить наше внимание, это... Мирись скорее с соперником твоим. Oftentimes, when we are in conflict, очень часто, когда мы находимся в конфликте, we let it brew in our hearts for days. Мы позволяем этому конфликту вариться в наших сердцах днями, weeks, months, years. Неделями, месяцами, годами. And this conflict turns to hate.
И этот конфликт превращается в ненависть. And sin lives in our lives. И грех живет в нашей жизни. And we're separated from God. И мы разделены с Богом. The second passage I'd like to read is Matthew 18:15. Второе место, Матфея 18:15. The amazing thing about the Bible, it's very practical. Удивительная вещь о Библии это, что она очень практична. It says, deal with your opponents quickly. Она говорит, мирись с соперником твоим скорее. And then the logical question would be, how do I deal with my opponents? И логический вопрос был, а как мне мириться со своим соперником? The Bible says, Matthew chapter 18, verse 15, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Very practical. Go and show him his fault in private. Очень практично. Пойди и обличи его между тобою и им одним. Oftentimes, when we have conflict, очень часто, когда у нас есть конфликты, everyone knows about it except the person who has offended you. Or, все знают о нем, кроме того человека, который тебя обидел. For example, if Bill and Bob have a conflict, к примеру, если у Билла и Боба возник конфликт, Bill has told everyone, the brothers, his sisters, the people at church, but Bob doesn't know that Bill has been hurt by him. Билл рассказал всем в церкви, что его обидели братьям и сестрам, но Боб не знает, что он обидел Билла. And we see that the Bible tells us, if your brother sins, go and show him his fault in private. И мы видим, что Библия говорит, что если брат твой согрешил против тебя, иди и скажи между тобой и им одним. So the Bible says to deal with our opponents quickly. И поэтому Библия говорит, скорее мирись с соперником твоим. Talk to the person who has offended you, or talk to the person who has hurt you privately. Поговори с тем человеком, который тебя обидел, наедине. And when, I think it is assumed, or not assumed, applied that when it says quickly, я думаю, что когда говорится скорее, it doesn't mean in the heat of the moment. Oftentimes we get into an argument or disagreement, and people say things that they don't want to say. In the moment. Это не имеется в виду вот в тот момент, когда ты уже разогрелся и прямо вот там сейчас говорить. But after you have cooled down, whether that's an hour or a day, deal with it. После того, как ты уже остыл, может быть, это заняло час или день. But don't let it sit in your heart to grow in your heart. Но не оставлять это в сердце и не давать ему роста. The third passage I'd like to read is Colossians chapter 3, verse 13. Третье место, которое я хочу почитать, это Колоссянам 3 глава 13 стих. Bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. This word bearing means, if you look it up, it means patient endurance. Снисходя, если вы посмотрите, что это значит с терпением. And endurance means выносливость. And so, the more the example is, the more we, for example, if we run or we start doing an activity, примеру, если мы какое-то начали делать упражнение, если мы бегаем, the more we do it, the more endurance we have. Чем чаще мы этим занимаемся, тем больше у нас выносливости. So the Bible tells us, bearing with one another. И Библия говорит, снисходя друг к другу. The more we bear one another, the better we will get, the more endurance we will have. Чем больше мы снисходим друг к другу, тем более мы станем выносливы и больше у нас будет терпения. And so how do we practice this? И как нам это делать на практике? The Bible says our example is Jesus Christ. Библия говорит, что наш пример это Иисус Христос. To forgive one another like Jesus forgave us. Чтобы прощать друг другу, как Христос простил нас. How did Jesus forgive us? Как простил нас Христос? Romans 5:8 says that Jesus forgave us while we were yet sinners. Jesus paid for our sins. Римлянам 5:8 говорит, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Jesus didn't wait for us to go and ask for forgiveness. He paid for our sins. Иисус не ждал, пока мы попросим прощения, он заплатил за наши грехи. We also look at Psalms 103:12. Также Псалом
It says, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа, Господа к боящимся Его. That's the wrong spot. Так далеко, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. And we see the interesting point here that how far is the west from the east? Интересный момент здесь, насколько далек запад от востока. It's interesting the Bible doesn't say as far as the north is from the south. Интересно, что Бог не говорит, как далек север от юга. Because you could go north and you could reach the North Pole and then you'd start going south. Потому что ты можешь идти на север, достичь Северного полюса, а потом ты идешь уже на юг. But the Bible says, as far as the east is from the west, God has put our transgressions that far apart. Но Библия говорит, что как далек запад от востока, так Господь удалил беззаконие наше. You could forever go west and you'll never reach east. Ты можешь всегда идти на запад и никогда не достичь востока. And so, when God forgives us, He puts our transgressions as far as the east is from the west. И когда Бог прощает нас, Он удаляет наши беззакония, как далек запад от востока. And God calls us to forgive just like that. И Бог призывает нас к тому, чтобы мы так прощали. So when we forgive one another, we don't remember the things that our brothers or sisters did against us. И когда мы прощаем друг друга, мы не вспоминаем больше, что наши братья и сестры сделали против нас. And this is what we need to practice. И это то, что мы должны практиковать. I'd like to look at an Old Testament passage of an example of a person. Я хочу посмотреть в Старый Завет, например, одного человека. And how they dealt with conflict. И как он справился с конфликтом. And how they didn't deal with conflict and it resulted in the division of the kingdom. И как он так отнесся с этим конфликтом, что это не произошло разделение царства. Because he didn't deal with conflict how the Bible teaches us to deal with conflict. Because he didn't deal with conflict the way the Bible teaches us to deal with conflict. Потому что он не отнесся с конфликтом так, как учит Библия, чтобы мы относились с конфликтом. If we'd open up to 2 Samuel chapter 13, verse 22. Если мы откроем 2 Самуила 13:22. The backstory most of us know about Absalom. Мы все знаем историю Авессалома. That he divided from David. Что он отделился от Давида. And he tried to take the kingdom. И он пытался захватить царство. And he did become king for a time. И он стал царем на некоторое время. But years before this, there was a conflict. Но за годы до этого был один конфликт. There's his half-brother Amnon, who did a very wicked thing. Его брат Амнон сделал очень злое дело. He raped Absalom's sister. Он сделал насилие сестре Авессалома. And there's a big conflict. И произошел большой конфликт. And if we start from verse 22, it says, But Absalom did not speak to Amnon, either good or bad, for Absalom hated Amnon because he had violated his sister Tamar. Мы читаем это место. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. So if we remember back in Matthew 18:15, it says, to speak with the person who has offended you privately. Если мы вспоминаем то место в Матфея, написано, что иди и говори с ближним твоим наедине. Here, Absalom, he doesn't speak to Amnon. Здесь Авессалом, он не говорит с Амноном. Neither good nor bad. Ни плохого, ни хорошего. But the hate is brewing in his heart. Но ненависть в его сердце, она кипит. And it says, Now it came about after two full years that Absalom had sheep shearers in Beit-Hazor, which is near Ephraim, and Absalom invited all the king's sons. Через два года было стрижение овец у Авессалома в Ваал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. So after two full years, the Bible points out that 2 years have passed. Библия здесь особо отмечает то, что два года уже прошло. The hate has grown in Absalom's heart. Ненависть возросла в сердце Авессалома. He doesn't speak to Amnon. Он не говорит с Амноном. Amnon has sinned against Absalom. Амнон согрешил против Авессалома. But he doesn't speak with him, and the hate grows. Но он с ним не говорит, и ненависть растет. And if we read further, Absalom makes a plan to take vengeance against Amnon. Если мы дальше читаем, Авессалом делает план, как отомстить Амнону.
He's going to kill Amnon. Он убьет Амнона. And we might think this is not practical to us. We don't kill people. И мы можем сказать, ну это к нам не относится, потому что мы людей не убиваем. But Jesus says, if you hate your brother or sister in your heart, you have killed them. Но Иисус говорит, что если ты возненавидел брата или сестру в своем сердце, ты уже убил его. When we don't deal with conflict, hate grows in our heart. Когда мы не разрешаем конфликты, ненависть возрастает в наших сердцах. When we don't forgive like Jesus Christ, hate grows in our heart. Когда мы не прощаем так, как простил Христос, ненависть возрастает в наших сердцах. And interesting that Absalom makes this plan. He kills Amnon. Интересно то, что Авессалом сделал свой план, он убил Амнона. And he goes through with it. Он исполнил этот план. And if we read verse 31. Почитаем, если 31 стих. The news comes to David that all his sons are dead. Новость приходит к царю Давиду, что все сыновья его убиты. And he tears his clothes. И он раздирает свои одежды. And picking up from verse 31. Then the king arose and tore his clothes and lay on the ground, and all his servants were standing by with clothes torn. Jonadab, the son of Shimei, David's brother, responded, "Do not let my lord suppose they have put to death all the young men, the king's sons from Amnon alone is dead. Because by the intent of Absalom, this has been determined since the day that he violated his sister Tamar." И встал царь, разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал, «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его». So the interesting thing is, how did he know about this? Интересно, что как Ионадав знал об этом? Because Absalom spoke about this. Потому что Авессалом об этом говорил. He spoke with everyone except Amnon. Он говорил со всеми, кроме Амнона. Maybe not everyone knew because David didn't know. Может быть, не все знали, потому что Давид об этом не знал. But it's clear that he spoke with other people. Но здесь ясно видно, что он говорил с другими людьми. But he did not speak to Amnon. Но он не говорил с Амноном. And the Bible in Matthew 5, as we read Matthew 18:15, says, "Speak with your brother privately." Матфея 18:15 говорит, говори с ближним твоим наедине. But Absalom did not do this. Instead, he spoke with everyone else. Авессалом этого не сделал. Вместо того, он говорил со всеми другими. So if we look in our heart today, if we have unforgiveness, if we have hate for brothers and sisters, если мы посмотрим сегодня в наши сердца, если у нас есть непрощение, если у нас есть ненависть к нашим братьям и сестрам. The Bible gives us practical advice today. Библия сегодня нам дает практический совет. Let us repent from our sin. Let us repent from our hate. Давайте покаемся в нашем грехе. Давайте покаемся в нашей ненависти. So God could give us forgiveness. Чтобы Бог мог дать нам прощение. Let us pray. Amen. Будем молиться. Аминь. Слепец с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телами, душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Нечисть, нечисть давал знать прокаженный, глухонемой, безмолвно слезы лил. Больны колен неслися к небу стоны. Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус Христос, там радостью плач слабеет гнет, мирский завод. Уходит тьма, приходит сила, слышен. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос войдет.
I could see no hope from where I stood, and even though I knew what God had promised, I didn't see how He could work it for my good. Yet that road where pain was my companion took me to darkness was where my heart would learn to say, oh, I choose Christ when everything around me says give up. I choose faith, I choose to trust, to believe that it is good. You come through like you said you would every time.
Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу! Пред нами молитва, и сегодня микрофонов не будет. Мы помолимся, я напомню то, что сегодня пелось, и мы будем обращаться к Господу, потому что у нас гость, хотелось бы, чтобы больше дать ему времени. Есть одна записка, больше нет. Группа, которая пела, и не пели то, что я хотел сегодня сказать. К Иисусу Христу приходили люди разные. И они в этой песне пели, кто-то из гроба бежал. Иисус давал радость. Кто-то стоял в толпе и верил, только если прикоснусь, и будет здоровый. Кто-то сидел у дороги слепой, просил милости. Иисус обращал взор. Кто-то был прокаженный. Иисус очищал. Разные люди. И одна история, которая описана, второе чудо, которое совершил Иисус Христос в Капернауме. Этот человек был царедворец. Я хотел бы прочитать, и мы будем молиться. Иоанна, 4 глава, 46 стиха и ниже. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где перетворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, который час стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7:00, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Знакомая история. Но я хотел бы некоторые мысли оставить, и мы будем молиться. Когда этот человек, царедворец, пришел, он просил Иисуса Христа: «Приди, пока не умер сын мой». Болезнь смертельная, горячка. Но Иисус, увидев его, говорит ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Знаете, для этого дома, для царедворца, для его дома нужно было, чтобы уверовать в Господа, чтобы явилась Божья слава, Божье чудо. И тогда придет спасение. Как написано, когда Иисус Христос сказал: «Иди, сын твой здоров», он поверил слову, которое сказал ему Иисус. Как сегодня важно в наше сердце, когда у нас есть нужды, переживания, поверить Слову Божьему. А Слово Божье говорит, что Иисус Христос, Он вчера, сегодня и в веки тот же. Его сила не изменилась. Он тот же сегодня желает, чтобы в твоем сердце была радость, чтобы в твоем сердце была вера, когда ты идешь к Господу, независимо какая болезнь, есть живой Иисус Христос. И в твоем сердце должна быть вера. Я верю, что Бог явит милость и благословит. Поэтому мы будем приходить с верой к Господу. Те нужды, которым есть в вашем сердце, переживания, мы будем еще молиться за дом плача. Пусть Бог утешит, и я читаю благодарственную записку, дорогие братья и сестры.
Общим пением будем петь «Когда Христос меня просил» и будет материальное служение. Пожалуйста. Нашему Господу, братья и сестры, за великую Его милость. По нашему обычаю мы благодарим Бога за эти возможности, которые мы имеем, жертвовать финансы для устроения дома молитвы, для того, чтобы народ имел место, где собираться и славить имя Его. Воздадим Ему славу, хвалу за то, что у нас есть такая возможность это делать. Дорогие мои друзья во Христе, дорогие сестры и братья, дорогие друзья Христовы, и мои друзья, и Христовы друзья, Христовы друзья и мои друзья. Мир и благодать вам от Господа, сердечно вам приветствую, мир Божий всем вам. Я никогда не был в этом здании, но я знаю вашу церковь, ибо я не первый раз в вашей церкви, не первый, я второй раз в вашей церкви. А первый раз я был 16 лет тому назад. Это был 2005 год. Я полюбил вас. И каждый раз, когда я встречался с Иваном Александровичем, он снова и снова и снова повторял свое приглашение посетить вашу церковь второй раз. Сегодня исполнилось это. Благодарю Господа. Иван Александрович говорит, что
Скажите это, чтобы все слышали. Не последний. Спасибо, мои дорогие, за ваше приглашение. Я ожидал вас увидеть, а вот сверх моего ожидания я увидел Игоря Проценко, пресвитера Игоря Проценко. Он сидит напротив меня, и я вспоминаю, что, кажется, еще совсем недавно это я сидел напротив него. Я проповедовал в той церкви, где он был пастором в Мариуполе. И я осмелюсь сказать, он был очень хорошим пастором. Мне легко было иметь с ним дела в Мариуполе. Игорь, мне многие говорили, что мариупольцы скучают за вами. Но мне, правда, говорили мариупольцы, что и за мной скучают, потому что мы с Лидией Николаевной уже давно живем в Киеве. Но мы никогда не забываем Мариуполь. Город, в котором я прожил 40 лет, город, в котором родились наши дети. Точно так же, уважаемые друзья, как, наверное, и вы не забываете ту землю, где родились, уверовали, обратили Господу, приняли святое водное крещение. Спасибо вам за ваши молитвы за Украину. Мы живем в Киеве уже давно. Время от времени приезжает нас посетить Павел Юсько, мой, не могу сказать старый, мой давний друг. Мы знаем друг друга с очень ранней юности. Павлу было 15 лет, когда я с ним познакомился в Одессе, и, слушайте, он пел на нашей свадьбе с Лидией. Павел на следующей неделе, во вторник, 41 год, как ты пел на нашей свадьбе в Мариуполе. 41 год. При этом чудо какое-то, знаете, и вот Павел до сих пор молодой. А его жена Алла еще моложе. И моя жена еще молодая, это я такой бородатый. И в Средней Азии меня называют Аксакал, с уважением, даже мусульмане. Друзья мои, сожалею, что Павел Яковлевич так много пел и проповедовал на прошлой неделе, что сегодня восстанавливает голос. Он не будет петь сегодня, если не изменится его решение до конца собрания, но he promised to come to visit you next time. Just next time. This is why I'm so happy of you. Павел живет рядом с вами. Друзья мои, мне так спокойно как-то на душе, мне как-то так радостно, мне как-то так легко говорить. Мне хорошо с вами в это утро. А еще мы по-прежнему продолжаем работать на миссионерских нивах в Средней Азии, Казахстан, Каракалпакстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Я счастлив вам сказать, Афганистан тоже. Первые украинские миссионеры уже работают в Афганистане. Приходится бывать там и мне. Брат Борис, я многому научился, работая в Средней Азии. У них много хорошего. И одна из вещей, которыми я научился в Средней Азии, это не приходить в гости с пустыми руками. Если вы хотите быть хорошим гостем, надо приходить с подарками. Am I right? Вот и к вам, друзья мои, я пришел с подарками. За эти 16 лет, которые я не имел возможности быть в вашей церкви, мы продолжали свое служение, и в частности, многие из вас знают, что я уже 40 лет работаю над своими книгами по истории нашего пятидесятнического братства. Некоторые мои книги есть в вашей церковной библиотеке. В дополнение к этому я привез вам новые книги, которые были написаны за эти прошедшие годы. И я хочу вам представить очень коротко
некоторые свои книги, так вы запомнили, да, что я их обратно не заберу. Я их в церковную библиотеку. Я пришел с подарками. Уже 10 лет, как вышла моя книга «Пробуждение», двоеточие, «От центра Одессы до окраин России». Об истории жизни брата Воронаева, брата Колтовича, о том, как началось стремительно пятидесятническое движение из Одессы, у них было только 8 лет относительной свободы. Полной свободы не было никогда. Но хотя бы 8 лет относительной свободы, и за эти 8 лет от Одессы, подобно пожару в степи, пятидесятническое движение в силе Духа Святого распространилось по всему Советскому Союзу. Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Азербайджан, Кавказ, Средняя Азия. Брат Борис, пятидесятническая церковь в Ташкенте была образована благовестниками Воронаева в 1926 году. В том же 26-м году пришли к вам в Кыргызстан, можно так сказать, к вам в Кыргызстан, благовестники в Чуйскую долину и по всей Чуйской долине, включая Фрунзе, Пишпек, по всей Чуйской долине, Беловодская, Карабалта, были созданы пятидесятнические церкви. До 28-го года была создана церковь в Алма-Ате. Это было подобно пожару в степи. И потом Сибирь и Дальний Восток за 8 лет с нуля 1000 церквей и групп. Мне так приятно посмотреть на вашу молодежь. Ребята, я вам привез. Это для вас написано. Старшие знают, старшие помнят что-то на личном опыте. Мои дорогие, это для вас, чтобы молодежь наша не забывала. И вот тогда, 10 лет тому назад, празднуя наше 90-летие, мы в Одессе, откуда все начиналось? А таки да, с Одессы все начиналось. Если вам кто-нибудь скажет, я из Одессы, не верьте, так одесситы не говорят. Одесситы всегда говорят, я с Одессы. Поэтому и Павел говорит, я с Одессы. Друзья мои, если вы приедете в Одессу, и меня там не будет, а я таки да, живу в Киеве, если меня не будет в Одессе, найдите Сашу Казакова. Я подготовил там 14 экскурсоводов, и они проведут для вас экскурсию. Возрадуйтесь, бесплатную экскурсию, церковную экскурсию. Она называется «По Воронаевским местам». Там остались здания, там остались следы этого великого пробуждения. В моей книге, я же пишу книги не только для тех, которые читают, для тех, которые картинки смотрят, я тоже пишу свою книгу, там 250 фотографий. Посмотрите на эти улицы, переулки, здания, фотографии Воронаева и других выдающихся братьев. Сходите на эту экскурсию. Но я не был у вас давно, 16 лет, и за это время была написана и издана еще одна книга, большая книга в трех томах. Она называется «Небо чужим не бывает». Это книга про эмигрантов. Не-не-не, не про вас, не про вас. До вас еще руки не дошли, до вас еще, ну вы еще молодые, и хоть я аксакал, наверное, уже кто-то из молодых напишет про вас. А вот эта моя книга «Небо чужим не бывает». Это про эмиграцию белорусов, но в основном украинцев, из западной части Беларуси, из западной части Украины. Тогда это была Польша, до 1939 года свободный был выезд, и была массовая эмиграция, и не только в Канаду, и не только в Соединенные Штаты, но значительная часть этих людей уехали, жили, творили в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Уругвае.
Знаете ли вы, сколько сейчас украинцев проживает в Бразилии? 500 тысяч. Сколько? Ну, если вам так проще, 500 000 украинцев. Это те потомки, которых когда-то проводили из Украины в Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай. Это ваши братья и сестры, славянские. Правда, большая часть из них, молодежи уже говорит на испанском или в Бразилии на португальском, но мне так приятно слышать, как они поют чудовую украинскую мовою. А на русском языке они тоже поют прекрасные христианские гимны. Вот это про них книга «Небо чужим не бывает». Знаете, почему книга так называется? Они жили на чужой земле, и можете мне поверить, очень тосковали по Украине. Не от хорошей жизни им пришлось уехать. Бедность, безземелье. Им обещали землю в Бразилии, в Аргентине, сколько хочешь. Это была почти правда. Им дали земли сколько хотите. Только они же думали, что это будут настоящие украинские черноземы, метра глубиной, как на Полтавщине. Им дали джунгли, в которых водились еще медведи, рыси. Я еще встречал там людей, работая в Аргентине и Бразилии, которые сталкивались, чуть не сказал, лицом к лицу с медведями, леопардами. Еще я их застал. Но знаете, это была не вся проблема. Тропические болезни, против которых у них не было иммунитета. Очень плохая медицина или ее полное отсутствие. Высокая детская смертность. Это была тяжелейшая жизнь. Другие языки, другая культура. Это была очень тяжелая жизнь. Они жили на чужой земле. И когда им было тяжело, плохо, горько и даже страшно, поднимали они свои очи к небесам и молились Господу. Помните, как сказано в псалмах: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, небо и землю». И приходила помощь с неба на землю. И мой вопрос: почему приходила помощь? Вот потому и называется эта книга, ее полное название «Земля может быть чужой, а небо чужим не бывает». Второй том этой книги рассказывает о том, что едва-едва там, оперившись, привыкнув, едва выучив испанский язык или в Бразилии португальский, они начали проповедовать Слово Божие местному населению. И украинские, и белорусские наши братья там, в Латинской Америке, внесли огромный компонент и вклад в проповедь Евангелия. В этих католических странах они проповедовали живое учение об Иисусе Христе. Я поражен тем, как много они сделали. У меня есть фотографии на стадионах, в дворцах культуры, в общественных зданиях. Проповедуют наши братья и наши сестры католическому населению Уругвая, Парагвая и даже Перу, даже Венесуэле, в Чили. Но большая часть наших жили и трудились. Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай. И на помощь к ним очень часто приезжали канадские евангелисты. Наверное, вы еще не совсем поняли. Канадские славянские евангелисты и миссионеры. Одним из них был известный вам, дорогой наш брат Дмитрий Беспалов. И еще колоссальный труд –
совершали там Алексей Москаленко, про которого Беспалов часто упоминал, и еще Дмитрий Кирич. Когда-то он был монахом, уверовал и обратился к Господу, будучи монахом во Франции. Этот украинский брат, уверовав во Христа, посвятил свою жизнь проповеди Евангелию, проповеди пятидесятнического богословия. И он годами работал, приезжая из Канады в Латинскую Америку. Он только у консула канадского менял свои паспорта, когда заканчивался срок действия канадского паспорта. И оставался в Бразилии, в Уругвае, в Парагвае, Перу, Чили. Друзья мои, велик вклад наших украинских евангелистов, которые там трудились. Пожалуй, самое интересное, что некоторые наши братья, украинские и белорусские братья, были поведены Духом Святым на миссионерское служение среди индейских племен. И вот я встретил нескольких дедушек, которые мне рассказывали об этом служении, они лично проповедовали индейцам. И я помню один свой вопрос. У Ивана Прищука я спрашивал: «Скажите, пожалуйста, вот, ну как вы себя чувствовали перед этими индейцами? Выучить индейский язык, приехать и проповедовать об Иисусе Христе. Как вы себя чувствовали?» Я на всю жизнь запомнил его несколько стыдливый и застенчивый ответ. Он сказал мне: «Ну, Владимир Владимирович, ну как бы, ну нормально все, только очень непривычно было, сидят перед тобой люди, ну, как это сказать, без одежды, понимаете, вот без одежды. Индейцы были еще на такой стадии своего развития, они не знали, что такое одежда, и на евангелизацию приходили, ну, в своих этих индейских костюмах. Какой вклад внесли наши украинские братья и сестры тоже в этой части мира». А третий том книги, третья книга этой серии, она полностью посвящена Австралии. Как появились наши славянские пятидесятнические церкви Австралии, какова их история, а еще невероятная история исхода украинцев через Китай, через Казахстан, через Кыргызстан, Алма-Ата, Жаркент. И вот из Жаркента группа за группой, семья за семьей, они уходили в Китай по пророческому слову от Господа. Этот исход из Казахстана в Китай продолжался 3 года. И потом граница захлопнулась. Я слышал про людей, которые не успели уйти в Китай, не успели. Я слышал про проводников, которые других проводили в Китай и вернулись за своей семьей и уже не смогли уйти в Китай. Но не надо об этом сожалеть. Оставшись в Советском Союзе, они продолжали проповедовать Евангелие и создавали церкви. Многие из вас знают Женю Яковлева из Мариуполя. И только недавно я раскопал невероятную историю про Яковлевых. Женя никогда не знал, что его дед Андрей Яковлев проводил других в Китай, а сам не успел. Дверь захлопнулась. И Андрей Яковлев, оставшись здесь, продолжал свое служение для Бога. Церковь в Самарканде. Церковь в Самарканде была основана Андреем Яковлевым, тем самым, который не успел уйти в Китай. По водительству Духа Святого кто-то ушел. По водительству Духа Святого кто-то остался.
По водительству Духа Святого кто-то живет в Австралии сегодня после Китая, а кто-то в Удбурне тоже из Китая. Вениамин Шевченко, Александр Шевченко, Владимир Ильин, ваши друзья, ваши знакомые из Канады, из Вернона – это все осколки этого движения. А кто-то остался там, а кто-то расстрелян был, а кто-то заплатил своей жизнью. Все это разные истории и разные части нашего пятидесятнического братства. Вопрос в том, быть водимым Святым Духом. Друзья мои, я хочу вам представить еще одну книгу о дарах Святого Духа. Это не моя книга. Эту книгу написал выдающийся ранний пятидесятнический богослов Дональд Джи. Обычно ваши отцы произносили его фамилию не очень корректно. Он нам был известен как Дональд Гейе через немецкую неточную транскрипцию его фамилии. Его настоящая фамилия Джи, он англичанин. И он приезжал в Украину тогда, до войны, в западную часть, которая не была под Советским Союзом, но в составе Польши, Западная Украина, Западная Белоруссия. Он проводил чудесные занятия библейских школ. Он преподавал в лучшем в тот период времени Пятидесятническом библейском институте в Данциге. И его статьи публиковались в журналах христианских, пятидесятнических журналах на русском и украинском языке. Так вот, нигде в мире не осталось полной подшивки. И я эти журналы собирал по всему миру. И в Беларуси, и в Литве, и в Польше, и в Германии, и в Латинской Америке. Некоторые журналы я привез из Аргентины, и последние оставшиеся номера я нашел в Австралии. Это единственное место, где они сохранились в полном объеме. Собрали по всему миру. И вышла книга о дарах Святого Духа, учение Дональда Джи. И здесь прилагается большой раздел, мой исторический очерк об истории нашего братства. Книга была напечатана в Китае, а я так рад, что она теперь в вашей библиотеке. Вот это, уважаемые друзья, я пришел не с пустыми руками. Я научился этому в Средней Азии. Ну, а теперь, мои дорогие друзья, книги книгами. Давайте откроем самую лучшую книгу на свете, Святую Библию. И это будет Божье Слово из Третьей книги Царств. Найдите, пожалуйста, Третью книгу Царств, 20 глава, с 19 стиха. Не удивляйтесь, что это такая ветхозаветная давняя история. Она очень интересная и имеет отношение к нам сегодня. Третья книга Царств, 20 глава, с 19 стиха. «Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сириане, а израильтяне погнались за ними». Винодад же царь сирийский спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». И слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас». Аминь. Оставим это оправдание на совести сирийских военачальников. Я военным никогда не был, я служил в стройбате,
Моим оружием была лопата. Я строил в Казахстане город Шевченко. Я никогда не был военным человеком, но я хорошо знаю по рассказу своих офицеров в том числе, когда офицеров готовят в офицерских училищах, их учат не только побеждать, их учат отступать, и во всех случаях их учат, как высшему командованию объяснять причины своего поражения. Ну, надо же! Кормили, поили, учили, вооружали, зарплату платили, и армия проиграла сражение. Кто виноват? Ну, так вот, на этот случай их учат объяснять, почему они проиграли бой. Наверное, эти сирийские начальники и генералы тоже умели объяснять, почему они проиграли. Ну, то ли дождь прошел, трава была скользкая, повар не вовремя солдат накормил. У них всегда есть объяснение. Но и царь-то сирийский тоже что-то понимал в этой жизни, и они решили привести, ну, такой аргумент, против которого и царю нечего будет сказать. Царь, мы храбрая армия, мы хорошо воевали. Ну, понимаешь, царь, какое дело? Ну, никто же не знал, и ты нам не сказал тоже. Вот почему ты нам не сказал? Бог евреев является Богом гор. С ними нельзя воевать в горах. Их Бог – это Бог гор. Вот это надо знать. С ними нельзя воевать в горах. Мы не можем их победить, если они на горах. Я еще вернусь к этим незадачливым сириянам. Мы еще поговорим про продолжение библейского текста. А прямо сейчас я хочу с ними охотно согласиться, сестры и братья. Я согласен. Мне это нравится. Мне хочется об этом говорить, я люблю об этом проповедовать. Наш Бог воистину является Богом гор. Если мы перелистываем страницы наших Библий, ну, смотрите, пожалуйста, вся духовная история человечества, она связана с горами. Поговорите, пожалуйста, если бы была возможность, спросите, у Моисея, у Ильи, какой был самый лучший день, самый лучший период твоей жизни? И я не сомневаюсь, Моисей скажет, это тогда, когда я был в общении с Богом гор на горе Синай. Спросите у Ильи, так это же был тот день, когда он стоял в ущелье и проходил Господь в тихом веянии ветра. Духовная жизнь человечества связана с горами. В горах остановился Ноев ковчег, расселение всего рода человеческого, и Синай, и Хорив, и самая дорогая для нас гора. Гора, где совершилось искупление рода человеческого, гора Голгофа. Воистину, Бог творит свои великие дела таким образом, что ни во мраке, ни в темном месте, ни в ущелье Бог их творит открыто, возвышенно. Это манифестация Его силы на весь мир, на горах. Очевидно для всех, очевидно для всего человечества. Бог наш, Бог гор. И вот открываем Священное Писание. Я так люблю этот библейский текст. Книга «Песни песней Соломоновых», 4 глава, 6 стих. «Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору мировую, на холм Фимиама». На гору мировую, на холм Фимиама. Правда? Красивое какое-то, очень важное и золотое место на свете. Гора Мировая, холм Фимиама.
переверните только один лист вашей Библии. Перед нами книга Песней Песней, 8 глава, 4 и последний стих, которым заканчивается книга Песней Песней. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Бальзамические горы, горы Фимиама, гора Мировая. Слушайте, где это находится? Это где? Какие географические координаты? Где это? И как туда попасть? Как туда попасть? Давайте откроем еще одно место Библии. Книга Псалмов, 14-й Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Давайте будем читать дальше. Сейчас есть ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». И дальше, следующий стих. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». И дальше, следующий стих. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Еще. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Аллилуйя! Вот что нужно, чтобы быть на этой святой горе общения с Богом. Как ее найти? Какие ее географические координаты? Друзья мои, мне так нравится, что на этот ответ, что на этот вопрос ответ был дан самим Иисусом Христом. И это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21-23 стих. Иоанна, Иисус говорит самарянке: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Богу». И следующий стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе». Женщина не на той горе, Горазим, и не на этой горе, храмовой горе в Иерусалиме, но на каждом месте истинные поклонники, на каждой горе будут поклоняться Господу. Поклонение Богу, оно в действительности преображает нас. Господь поднимает меня и тебя из праха земного, с рва, с канавы, с грязной очень канавы нашего греховного естества. И Господь нас поднимает. Общение с Богом поднимает на высоту. Друзья мои, славлю Господа, что Он в доброте Своей поднимает нас. И где бы ты ни был, где место твоей молитвы, где место твоего поклонения, церковь, друзья Христовы, это гора. И это очередное время, когда мы восходим на гору поклонения, и Господь поднимает нас. Давайте откроем еще одно место Священного Писания, и это будет один из самых любимых мною текстов Библии. Это будет молитва. Не моя молитва, не ваша молитва. Это молитва пророка Аввакума. И вот в этой своей молитве он говорит поразительные вещи. И это стало моей и твоей молитвой. Пророк Аввакум, глава 3, 17 стиха. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи,
Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аллилуйя! Твоя и моя молитва – это путь на высоту. Общение с Богом не проходит бесследно. Бог нас поднимает. И среди уныния, и среди печали, и среди скорби. Сергей Демидович, наш земляк, написал великолепную песню: «Если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа». А вы знаете, при каких обстоятельствах он написал эту песню? Вот не отвлекайтесь на плохое, не отвлекайтесь. Не беспокойтесь про свой дом, не беспокойтесь о том, выключили ли ваш утюг. Если не выключили, уже поздно беспокоиться все равно. А пока Сергей Демидович был в церкви и пел хвалебные гимны Господу и сидел за роялем, аллилуйя, песни пел, пришли к нему домой непрошенные гости. Воры. Квартиру обобрали полностью. Только знаете, я давно заметил, что воры, они ленивые. Они уносят легкие вещи. Золото, серебро, деньги, особенно доллары. Вроде бы как доллары весят столько же, как и рубли, а нет, доллары в первую очередь пойдут. Но все то, что не тяжелое. У него дома было пианино. Это единственное, что осталось. Потому как воры ленивые таскать тяжести. Пианино осталось. И вот он приходит домой, и дома одно пианино. И он сел к этому пианину, начал играть, молиться, петь. Вот так и родилась песня. «Если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода». Да я знаю, что для большинства современных людей, ну, подумаешь, овец в загоне не стало. Ну и что? Холодильник открыл, компьютер включил, карточку достал с банкомата, снял. Там эти овцы в загоне, чтобы только сами в загоне не были. А, друзья мои, ну вот когда вот это произойдет? Давайте споем вместе с Сергеем Демидовичем. А я все равно буду славить Господа. Давайте скажем вместе с Аввакумом: «Он возведет меня», и преклоним свои колени перед Ним. Понимаете, Бог нас поднимает. Поэтому я славлю сегодня нашего Господа, который есть Бог гор. Слава Иисусу Христу! Я согласен с этими немножко лукавыми сирийскими военачальниками. Наш Бог – Бог гор. И не суйтесь со своими войсками, когда мы стоим на горе, когда мы с Господом, когда мы на высоте, когда мы крепость. У меня такое впечатление, что дьявол очень хорошо уже знает, когда мы на горе, бесполезно с нами воевать, всегда будет ему одно поражение. И бесы возвращаются в ад после своих неудачных экспедиций, разводят руками и говорят Вельзевулу: «Да мы-то старались, но у нас ничего не получилось, потому что их Бог, это Бог гор». Вот нечего с ними воевать, когда они на горе.
Я не уверен, что у бесов есть хвосты. Это мне православные бабушки рассказывали. Я не уверен, что это так. Но если это правда, то они возвращаются в ад, поджав хвосты. Нечего с ними воевать. Их Бог – это Бог гор. Аллилуйя! Но это ж не конец истории. Давайте мы снова вернемся к этим самым интересным сириянам. Читаем дальше. 23 стих. Третья книга Царств, 20 глава, 23 стих. О, продолжаем. У вас прекрасный оператор. Я Библию не так быстро открываю, как он свой компьютер. Брат, спасибо. Well done. Good job. Слуги царя сирийского сказали ему: Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. О! Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно, мы одолеем их. Итак, царь, вот что сделать: удали царей, каждого с места его, и вместо них постав области начальников, и набери себе войско, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся мы с ними на равнине, и тогда, верно, мы одолеем их. Их же Бог, он Бог гор. А вот на долине, так мы им зададим. И послушался он голоса их, бедный царь, нашел кого слушать. И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. И собраны были и сыны Израилевы. И, взяв продовольствие, вышли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольших стада коз. А сириане наполнили всю землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь, и не только Бог гор, но и Бог долин». И вот далее Библия говорит: «И стояли станом одни против других 7 дней». И в 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. И это еще не все. Остальные убежали в город Афек, и там, ну так, сама по себе, и там упала стена на остальных. Друзья мои, как плохо закончилось для сирийского царя отсутствие богословского образования. Это мы с вами знаем, что Господь в равную степень Бог гор и Бог долин. Но не суйтесь ни в горы, ни в долине. Уважаемые друзья, дело в том, что вообще-то вот, ну, по-нормальному жизнь христианина, она исполнена радости. Вы знаете, конечно, что радость является плодом Духа. И люди, исполненные Духом Святым, это люди радостные. Можете себе представить человека, который никогда не радуется, ходит в церковь, приходит в церковь, не радуется, уходит из церкви, не радуется, он никогда не улыбается, ибо праведник едва
улыбнется. Ну, тогда, знаете, тогда я едва ли праведник. Праведник едва улыбнется. А я улыбаюсь, ну, едва, чтобы не слишком. А о том мне некоторые говорили, что вообще-то в Библии написано, что смехотворство вам неприлично. Разъясняю всем приличным людям, что смехотворство, о котором говорит апостол Павел, это не значит не рассказывать веселых историй, которые приключаются с нами, а с нами бывают. И Божьи люди, это такие интересные Божьи люди, как Илья, например. Какое у него было потрясающее чувство юмора. У Ильи, да. Вот тут есть праведницы. Праведницы, которые улыбаются. Так и продолжайте. Едва. Друзья мои, какое чувство юмора у Ильи! А ну давайте, ребят, давайте кричите погромче, а то ваш Бог, он это вот заснул, наверное. Никто из русских читателей Библии не знает, что сказал Илья. Потому что, когда Библию переводили наши хорошие православные переводчики, они перевели очень целомудренно. Кричите громче, может, ваш Бог заснул. Это в русской Библии. В оригинале Библии, ой, Илья, как он мне нравится, он сказал, кричите громче, может быть, ваш Бог в дороге, а может быть, он заснул в туалете. Давайте. Друзья мои, сам Господь обладает чувством юмора. Сам Господь иногда улыбается. Я вот вспоминаю Иисуса. Скажи, Иисус, давать ли нам подать кесарю или нет? И вот я думаю, что Петр, он всегда хотел помочь Иисусу. Ну, Иисус же в опасности. Вот меч выхватить. Когда Иисус в опасности, Петр спешил прийти на помощь любимому Иисусу. Вот и сейчас, наверное, Петр там это, ну, знаками показывает. Иисус, это ловушка, это капкан. Ты не позволишь, чтобы они тебя это, чтобы ты попал в трап. Они же тебя это вот, ну, заводят такой бодрство Иисус. Он, наверное, переживает за Иисуса. И все застыли в напряжении, в тишине, ну, как в нашей церкви сейчас, все в таком благоговении. Что сейчас будет? Иисус говорит, принесите мне динарий. Принесли динарий. А все же в напряжении. Что сейчас Иисус будет говорить? А что это изображение? Говорят ему, кесаря. Ну и отдавайте Божье Богу, кесарево кесарю. На вашем месте я бы смеялся. Как Иисус их в галошу посадил. Знаете, сам Господь обладает чувством юмора. Так что, когда вы радуетесь, когда вы веселитесь в Господе, это так приятно, это так радостно, и я хочу с вами тоже. Нормальное состояние верующего человека – это радоваться. Но время от времени мы попадаем в долины, и это долины плача. Книга Псалмов, 83-й Псалом. Найдите, пожалуйста, вместе со мной этот очень важный библейский текст. И как бы мы ни торопились, но у меня остается 5 минут до окончания моей проповеди.
Или очень даже хотите плакать? Вам в самом деле очень нравится плакать? Ну, про вас я знаю. Про вас я знаю, вам плакать не хочется и нет необходимости. В нормальной жизни время от времени это бывает. Это бывает. Это бывает. Они не хотят плакать. Они не хотят плакать, скажите им, блаженны плачущие. А вы что, не плачете, улыбаются. Скажите им, блаженны плачущие. Друзья мои, а вообще-то, а мы это откуда взяли, что блаженны плачущие? Кто это вам сказал? Где? Я такого не нашел нигде в Библии. Как не нашел? О, Владимир Иванович явно что-то не туда повел. Он даже Нагорную проповедь не прочитал. 5 глава Евангелия от Матфея. Там написано «блаженны плачущие». Там не написано «блаженны плачущие». Сейчас кто-то бросится открывать. О, брат Борис. Но он на меня смотрит, он мне доверяет. Он смотрит на меня. А некоторые уже листают Библию. Ну, я вам помогу. 5 глава Евангелия от Матфея. Блаженные плачущие. А, спасибо. Well done. Вот оператор у вас в церкви работает. I'm just amazed. Thank you so much, dear brother. Good job. Just wonderful. Смотрите, что написано в Библии. В Библии не написано «блаженны плачущие». В Библии написано «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Аллилуйя! Так почему блаженны? Потому что плачут или потому что утешатся? Друзья мои, блаженны те люди Божьи, которые плачут, которые в скорбях, которые в страданиях, но не из-за слез они блажены, а потому что их ожидает вечное утешение от Господа. И христианство – это не есть учение плача, и мы не собираемся для того, чтобы плакать. И плачут, 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 плачут. A kind of competition, you know? Кто кого переплачет. Пришли неверующие люди, пришли американцы, подивились и кажуть, о, какой счастливый народ, как они плачут. Друзья мои, христианство – это светлое учение перспективы. Плачем – да. Страдаем – да. Но есть утешение в вечности, которое нам дает Господь. Я посмотрел на свои часы, и я понял, что... А таки да, надо заканчивать. Слушайте, я половину своей проповеди только сказал. О том, что наш Бог есть Бог гор. Иван Александрович, несмотря на все то, что я тут наговорил, вы еще раз меня пригласите, и тогда я скажу вторую половину моей проповеди о том, какие долины плача преодолевали Божьи люди и как их утешал Господь. Я нашел 4 долины плача. Долина испытания, в которой плакал муж Божий Иов. И Бог его там не оставил. Я нашел долину разочарования, где плакал Иеремия и говорил, кто дал бы голове моей воду и отчем моим источники слез я плакал бы день и ночь о пораженных дочери народа моего. И это долина плача, где плачут хорошие пасторы, где плачут хорошие пасторы, как Игорь Проценко. Потому что в наших церквах, где мы служили пасторами, были и есть люди, за которых надо было плакать. Господи, столько лет мы в церкви учим, а они по-прежнему полуверующие. Столько лет мы учим возлагать надежду на Господа –
а они при любом ветре колеблются и падают. Господи, сколько же можно? Где же результаты моей работы? Мы 20-30 лет служим пасторами, а церковь небольшая и не растет. Господи, где же результаты нашей работы? И плачут, плачут, плачут хорошие пасторы, а пораженных дочери народа моего. Это целая самостоятельная, может быть, проповедь. Мне сегодня об этом некогда говорить. Я благодарю Бога за плачущих пасторов, которые за многое плачут. Что я не такой, что мы не такие, что церковь не на той высоте, плачут, как Иеремия. И меня так радует, что иногда с неба звучит Божье Слово, тоже из пророка Иеремии, Слово из пророка Иеремии. Рахиль плачет, не хочет утешиться, «Слушай, что говорит Господь» из книги пророка Иеремии. У меня нет больше времени говорить, но я только абсолютно пару слов. Just scratch the surface. Только маленький штрих. Книга пророка Иеремии, 31 глава. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о своих детях, ибо их нет. Плачут матери, плачут отцы о своих неспасенных детях. Господи, доколе? Плачут пасторы. Господи, где же результаты моей работы? Плачут в долине плача лучшие Божьи люди. Но прочтите следующий стих. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И возвратятся твои дочери, твои сыновья из земли неприятельской. Возвратятся. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. И вернутся твои сыновья, твои дочери, твои дети в пределы твои. Не напрасны твои слезы. Но пока потерпи. Пока тебе нужно пройти эту долину. А потом придет утешение. Блаженны те, которые плачут, потому что они утешатся. Третья долина, о которой я когда-то, если даст мне Господь снова приехать в вашу церковь, слушайте, в следующий раз, когда я приеду в Портленд, Павел, так вот мы сразу сюда, к друзьям Христовым. Ты видишь наши просчеты. Если бы не мое поспешное обещание проповедовать сегодня вечером в твоей церкви, то я бы тут вторую серию, вторую проповедь мы бы сегодня говорили, теперь придется отложить на следующий раз. Долина упадка духовных сил, в которой плакал Илья под можжевеловым кустом. Господи, не могу жить, уже не могу страдать. Господи, забери меня отсюда, сил нет. Вы были в такой долине. Многим из нас пришлось. Горечь, слезы, плач, полный упадок духовных сил. Но приходит ангел и разбудил его ангел и сказал: Илья, вставай. Вставать? Да, уже, сейчас? На небеса, аллил. Нет, пока еще не на небеса. Придет время, Илья, Бог пошлет за тобой огненную колесницу. Небесное такси за тобой придет. Но пока подожди. Вставай. Ешь, пей. А я думал, на небеса. Ешь, пей. Дальняя дорога перед тобой. И не на небеса, а по земле. Иногда легче героически умереть. А Господь хочет,
чтобы ты героически жил и совершал свой труд. Когда-то, если даст Господь, мы вернемся к этой проповеди, и я буду говорить о долине греха, в которой плакал согрешивший и отрекшийся Петр, и, выйдя вон, плакал горько. Есть и такая долина. Милые мои, но сегодня давайте утешимся тем, что мы стоим на горе, и дьявол посылает своих бесов, которые возвращаются к нему битыми. Нельзя с ними воевать на горах. У дьявола, знаете, такие волчьи повадки, шакальи повадки. Шакалы не нападают на здоровых животных. Они не могут их одолеть. Они ищут отбившихся от стада. Внимание, заблуждающиеся овцы. Наверное, я это когда-то говорил, может быть, Игорь помнит. Я иногда это говорил в Мариуполе. Заблуждающимся овцам. Бедная овечка заблудилась, пошла. Она знает, что пастырь будет ее искать, что пастырь не отдаст ее волкам. Но он же добрый пастырь. Он же Игорь Проценко, он же добрый пастырь. Он будет ходить, он будет искать. И я всем этим овцам, которые любят блуждать, я им говорил, имейте в виду, что пастор добрый один. И если в церкви Мариупольской заблудилась одна овца, то пастор, может быть, еще ее и найдет. Но если две заблудилась, одна налево, вторая направо, особенно налево, если заблудилось две овцы направо и налево, на запад и на восток, слушайте, пастор один, он за всеми не угонится. Не блуждайте, и помоги вам Господь. Но дьявол ополчается, бесы начинают свою охоту. Мне приятно сказать, и все равно толку не будет, потому что наш Бог – не только Бог гор, Он Бог наших долин, наших слез, нашей усталости. И даже когда мы оказываемся в долине греха, Он все равно нас не покидает. Слава нашему Богу! Богу гор и Богу долин! Давайте преклоним наши колени, прославим нашего Господа, что мы имеем такого Бога. Мы веруем в силу Писания, и она разная. Иногда это как бурный ветер, иногда как тихое веяние ветра. Иногда это то, что опрокидывает сирийские полки вражеские. Иногда это то, что назидает нас изнутри.
Господи, и сейчас в этой тишине, в спокойном веянии Духа Святого, мы испытываем чувство силы Божьего Слова, которое изменяет нас. Как дождь и снег сходит с неба на землю и не возвращается обратно, но напояет жажду земли, так и Твое Слово, оно не возвращается тщетно. Господи, сегодня Ты кого-то утешил, кто страдает в долине плача. Сегодня Ты кому-то сказал: «Встань, Илья, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобой и на небеса позже, а сейчас жить и работать». Сегодня Ты кому-то сказал: «Встань, Мария, встань, Василий, встань, Ивань, встань, Петр, встань, Клавдия, встань, ешь и пей». Это не конец жизни. Еще надо жить и работать. Сегодня Ты утешаешь. Сегодня Ты протягиваешь руку, чтобы поднять кого-то из долины греха. Просто протягиваешь руку. Сегодня Ты говоришь важные слова для тех, кто находится в зоне риска. Если ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Но если ты упал, не валяйся лицом в грязюке. Вот моя рука. Вставай. Я поведу тебя дальше. Как Петра, ты не будешь добычей сатаны. Ты не станешь жертвой дьявола. Я твой Бог. Бог гор и Бог долин. Господи, я благодарю Тебя, что мы пойдем сегодня из этого собрания обновленными и наполненными надежды и радости, что мы имеем такого Бога, который есть Бог гор и Бог долин, Бог нашей радости и Бог в наших печалях и страданиях. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Господу, братья и сестры! Мы будем заканчивать наше служение. Будут у нас еще объявления некоторые. И их сегодня будет немножко больше. И я постараюсь быть очень кратким, но все равно хочу хоть пару слов сказать после проповеди Владимира Ивановича. И я, во-первых, его пригласил. Еще раз я знал, что он не закончит проповедь. Поэтому, думаю, наперед надо его пригласить. А еще по другой тоже причине, может, когда-то он нас еще будет, расскажет. Я не помню, наверное, ему было лет тогда чуть больше 20, и нас общий друг, ты, наверное, помнишь такого Сергея Владимировича Озерюгу, да, это наш общий друг с Киева, он мне эту историю рассказывал, когда однажды, я думаю, это в Мариуполе было, и там было такое... Были собраны такие сильные атеисты, и туда позвали Владимира Ивановича и его друга. И там был диспут. И один из этих атеистов потом сказал: «Ну, говорит, против нас выставили сильную артиллерию. Мы подготовимся, на другой раз вернемся». То есть эти братья, будучи молодыми, в пух и прах разбили атеистов. Поэтому они признали это поражение, сказали: «Мы еще вернемся». Такое было, да? Было. И еще, я думаю, меня иногда упрекают,
Это жена моя, была из церкви. Ты много говоришь, очень долго. Я рад, что Владимир Иванович дольше меня говорил. Теперь не будет на кого ссылаться. Хорошо, братья и сестры, мы будем заканчивать. Он на меня не обидится, мы с ним друзья. Но я реже говорю. О, оправдался. Хорошо. Значит, у нас в понедельник предстоят похороны. Братья и сестры, будут похороны. Ушла вечно сестра Нина Кушнирук. Это большое, очень большое семейство. И здесь, я думаю, все соберутся родные, родственники, близкие. Наша церковь придет. Поэтому у нас будет, наверное, так заранее предвижу, проблема с паркингом. Я просил бы, чтобы, если возможно, это касается всех, и родственников сестры Нины, и наших членов церкви, если возможно, компактнее наполнять наши машины, чтобы меньше было машин для паркинга, чтобы все поместились. И поэтому, если это возможно, у нас братья договорятся, и, наверное, уже договорились. Мы обычно, когда очень много у нас такое собрание, много машин, мы используем паркинг через, буквально по этой улице проехать чуть дальше, и там мы обычно используем тот паркинг. И договорились в американской церкви, договорились. И 30 машин можно будет там поставить на том паркинге. Да, так что больше это относится к молодежи. Вам даже интересно пройтись, пробежаться. И тут совсем недалеко, вы не успеете разбежаться, когда вы в церкви будете. Поэтому для молодежи это будет лучше там. И кто первый приедет, займет паркинг. Кто приедет чуть позже, придется немножко пройтись. Но паркинг нам разрешили. Здравствуйте, Бог. Поэтому у нас будет служение на 7 часов вечера, понедельник. И в связи с этим отменяется у нас и молодежный и хор, и у нас не будет и по понедельникам технических классов, и швейных, которые мы проводим, потому что будут похороны. И во вторник похоронное служение будет уже в Ванкувере. Я думаю, завтра высветят и скажут точный адрес, и это там уже многие наши захоронены. Ванкуверены по Милплейну, Милплейн и за Андрисентом. Завтра будет объявлено уже точно. В среду у нас череда 4-го отделения, и в пятницу из 6:30 также продолжение. Постимся, молимся. Мы молимся о том, чтобы Бог прилагал спасами к церкви, и еще мы молимся об Америке. Братья и сестры, я думаю, об Америке нам нужно усиленно молиться. Усиленно молиться, потому что то, что сегодня уже есть, то, что мы видим, и это еще не конец, это только начало. Поэтому нам нужно возвысить свой голос в молитве за эту страну. Потому что мы здесь живем, американская церковь здесь, нам нужно об этом молиться. В субботу у нас будет братская молитва на 8 утра для всех братьев. На 8 утра для всех братьев молитва. В воскресенье у нас воспоминание смерти Господа нашего Иисуса Христа, хлебопреломление. И служение будет для всей церкви, как мы сейчас делаем, с 10 часов. И также у меня есть еще одно объявление. Мне передали одну записочку. Я думаю, что сейчас высветят наши на пульте братья фотографию. А в этой записке или в этой открытке написано так. Дорогая церковь, дорогие друзья Христовы, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. А теперь прибывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Бог соединил наши сердца, и мы хотим начать совместную жизнь с благословением Бога, родителей и церкви. Просим помолиться и благословить нас. Итак, я приглашаю на эту сцену только в другом измерении. Вот перед нами Наташа и перед нами Денис Брунмер и Дудко. Денис Брунмер, если я правильно прочел фамилию. И они сейчас находятся в Германии. Бракосочетание там будет 8 мая. И в Германии туда полетят родители.
Конечно, в Германии нету такой даже свободы, как у нас. Там намного ограниченнее. У них будет в церкви бракосочетание и в доме только для родственников. Там не разрешают, как и у нас даже примерно. Но мы помолимся, что Бог все устроил. Я говорил с Наташей, она говорит, мы так хотим Божьего благословения, устройства. Переживают они, мы помолимся. Будем молиться в конце нашего служения, помолимся за Наташу, за Дениса, чтобы Бог благословил их, жизнь совместную, бракосочетание и все устроил. Мы об этом скажем нашему Господу. Также мы еще имеем одно событие. И вчера мы уже благословили нашего брата, регента нашей церкви, брата Джорджа Салфетникова. Да, Джордж, где ты есть? Пройди сюда еще раз. И брата Джорджа мы все знаем, да? И мы любим его. Он трудится в церкви, в хоре, среди молодежи. И Бог продлевает его дни жизни и исполнилось ему, ну, исполнилось. И поэтому мы его благословляем. Мы его благословляем, помолимся. Хористы его поздравляют, благословляют. И мы хотим в этой молитве особо благословить. По Писанию так написано: трудящихся вас принимайте преимущественно с любовью. Вот ему такой букет, который он жене передаст. И брат Андрей его уже благословил от имени нас всех. И давайте встанем на наши ноги, поблагодарим Бога за служение, благословим брата Владимира Ивановича, его служение, его труд, который он выполняет. И будем ждать, если Бог позволит, он еще к нам приедет. И вспомним за Наташу, за Дениса, вспомним Дом Плача и благословим брата Джорджа. Господь!